Не бреша, не кусай, але выдатно шукая наркотики. Службовая аучарка по мянушцы Дора стала сапраўдной героиней апошних криминальных хроник. Наши корреспонденты наведали кинологичную службу войсковой части 5525 и познакомились с Дорой и ее господаром. Тайники с марихуаной в Жлобинском районе. Наркотики у кишени наведвальника кафе у Калинковичах и у прохожего у Мазыры. Все это Дора знайшла только за апошний месяц. А кроме того, сёлета яна разом со своим господаром заняла другое место на республиканских спаборництвах кинологов и службовых собак. Двухмесячное шчаня инструктор кинологичной службы выбирал сам, шукал самого гулливого. Зараз Доры 5 годов, три из яких яна працюю в вышуку наркотичных сродков. Не глядячи на распаусюдженные чутки, наркотичные речевы аучарка николи не спробовала. Метод ее дрессировки – гульня. Коли Дора знаходит наркотики, то отрымливая у якости узнагороды любимый предмет – мячик. Она за мячик, за портировочный предмет. Вот. Готова ей жизнь отдать. Физически я ее постоянно поддерживаю, потому что ей надо физическая нагрузка. Вот. Ну и в основном дыхалка, потому что работать надо больше носом и очень долгое время. Иногда приходится большие объекты отрабатывать, это колонии. Вот. Там очень большие объемы. Вот. Ну и, конечно, наработка. Чем больше с ней работаешь, тем лучше. Немецкая овчарка выконывает все стандартные команды, только голос не подает. Инструктор кажет, что лишний шум перешкаджает. Да и сама Дора по характеру не агрессивная. Она выдатно лазит с иншими собаками, а коли находит наркотики, садится побач с тайником або краная подозронного лапой. Однако поспех вышуковой операции залежит не только от собаки, але и от напрацовок наркоконтролю. Если просто ходить по улице, это один шанс из миллиона обнаружить какое-то вещество. Вот. Очень большой труд самих оперативников наркоконтроля. Они нарабатывают, они сутками пашут, и они уже своим взглядом отличают, кто может употреблять, а кто простой человек, законопослушный. Мужчина и его четвероногая напарница практически весь час проводят разом. Кинолог подкресливает, что у работе головное ставится до собаки, как до равноправного партнера, усталевать контакт и доверять один одному. Иногда и могу и психануть, там поругаться на нее, потому что есть моменты всякие. Вот. Я ей показываю на человека обыскивать, то есть осмотр делать, обнюхивать, а она начинает помещение обнюхивать. То есть бывает такое, она не поняла меня, а я, наверное, неправильно ей подсказал, что надо делать. Все на контакте. То есть я настолько ей доверяю, и она мне, скажем, в подвал, так в подвал, на чердак, так на чердак. Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».